В рамках епархиальной программы «Каритас» помощь детям из социально неблагополучных семей проходило межрегиональное мероприятие в городе Камышине, Волгоградской области. Этот проект осуществлялся с 2009 года. На встречу приехали представители 6 детских центров – Орска, Маркса, Волгограда, Владикавказа, Оренбурга и Астрахани. Я приехала из города Маркса, а дома у меня осталась мама. Ну не только мама же. Мама? Папа на работе. Программа была насыщена. Ребята познакомились и показали домашнее задание на тему встречи «Туристический сезон 2010». Во-первых, когда вы идете в туристический поход, у вас должна быть удобная обувь. И если вы идете не по ровной поверхности, у вас обувь должна быть повыше, чтобы удобно было и не натереть мозоли. В рамках программы прошла экскурсия по Волгограду и выезд на природу. В конце встречи дети обменялись подарками, сделанными своими руками.